Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Россия сможет отказаться от импортного сыра через 2 года, так считают эксперты «Российской газеты», которые оценили результаты импортозамещения в стране. Они отмечают рост производства некоторых категорий продуктов, например, фруктов, ягод и орехов на 85%. На 28% выросло производство рыбного филе, на 17% креветок и других морепродуктов. Но выпуск сыров в стране на 2,5% ниже, чем был до введения запрета на поставки из европейских стран. И эксперты не отмечают положительного влияния импортозамещения. Правда, они это связывают с тем, что в стране не было традиции сыроварения. Поэтому результаты могут быть видны не ранее 2019-2020 годов. Но уже по итогам 9 месяцев 2017-го производство сыров в России показало рост на 5%. В Кировской области могут появиться свои качественные сыры. В ВятГУ разработали оборудование для мини-сыроварен. В конце прошлого года уже созрела опытная партия пармезана. Этот же сорт сыра пробует производить в Кировской области итальянский предприниматель Филиппо Спади. Он отмечает, что кировский и российский рынок твердых сыров сейчас из-за продуктового эмбарго свободны. Первая партия пармезана должна была быть заложена в декабре. Программа «Экономика». В развитии промышленности появится стратегия. Такая задача стоит перед Министерством промышленной политики, которое в конце года возглавил в статусе исполняющего обязанности бывший гендиректор предприятия «Нововятка» Андрей Перескоков. По его словам, сейчас у каждого предприятия есть своя индивидуальная стратегия. Его задача – объединить их так, чтобы они были понятны всем и чтобы предприятия не жили разрозненно. Кроме того, необходимо решать кадровый вопрос. Рассматривается вопрос создания научно-производственных род. Третьей задачей на посту министра промышленной политики Перескоков назвал развитие промышленного кластера. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Весь январь в учебном центре охраны труда можно получить скидки. Там действует акция «В Новый год на легком старте». На дистанционных курсах можно сэкономить до 70%. Кроме того, можно получить дополнительные курсы в подарок и рассрочку оплаты. Экономьте время и деньги при высоком качестве обучения. Подробную информацию можно получить по телефону 58 60 42. Оформить заявку можно на сайте otdefiskirov.ru. Сделать это нужно до конца января. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.